Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и с вами Вредный Енот. Мы начинаем новую такую выживалочку. Называется она Jurassic Survival. Это не Last Day of the Earth. Это, ну, как я так посмотрел, фактически это клон. Только это не какие-то зомбики беспонтовые. Это динозаврики. И судя по трейлерам, судя по скриншотам, если я их правильно понял, то тут их вроде как можно даже притомлять. Давайте попробуем посмотреть, что к чему. Даже громкости побольше делать, что-то уж совсем как-то тихо. Так, это что у нас такое? Я The Last Day of the Earth практически не играл. Но давайте попробуем в эту игрушку погонять. Что к чему? Так, разобраться. Так, хорош. В принципе, немножко я там поиграл, так что я думаю, должен справиться. Так, это что такое? Главное на Escape не нажимать. Так, что нужно? Достигнуть 20 уровня, вырасти собаку, побывая в одном из бункеров. Нет, так это Last Day of the Earth, это не то. Это не то, да. Это если, я так понимаю, я там сделаю, то мне тут, видимо, что-то перепадет. Хорошо, так, задание. Это что, это вот задание и было, да? Ну что ж, давайте, наверное, оденемся сначала. Где тут одеться? Вот, одежда. Так, одевай, хватай нож. Нормально. Так, веревку куда-нибудь могу? Не могу. Хорошо. Так, давай, рубай. Вот это, рубай. Нет? Тогда собирай. Что это? Опа! Ай, тихо! Ты что творишь? Нифига себе! Велоцираптор, ёптить! Ты что такой? Ты что творишь-то, Я первый день! Капец, напугал уже. Так, ладно. Я так понимаю, тут, наверное, что-то можно построить. Так, что можно построить? Значит, нам... Топор, кирка и копье. Я так понимаю, нам это нужно в любом случае. Значит, дерево, камень нужно. Дерево, камень, да? Хорошо. Так, пожрать тоже возьми. Собирай. Пожрать мы взяли. А на пробел он собирается, нет? Зебра! Стой! Стой, жратва! Стой! Шашлык, стой, ёпти! Шашлык! Я туда не побегу, там, по-моему, другая зона, которую я немножко боюсь. Так, давайте сначала топор. Да, требуется топор, я про что и говорю. Давайте мы ее собрать попробуем. Ну, в любом случае, пальмовое бревно можно распилить на доске или... Так, да, и камень. Ага. Вот это сойдет, нет? Как дерево. Бамбук. Из бамбука я могу собрать дерево? Разделить, применить. Так, хорош. Наверное, все-таки нельзя. Да, это бамбук отдельный, все. Понял. А, стоп, секундочку, так. А я могу-то хотя бы вот так, да? Так, требуется топор, подождите. А как мне топор-то? Это вот что это? Это бамбук. А, пальмовое бревно. Ой, хорош. Сейчас, короче, тогда тут насобираем, все нормально вообще будет. Сейчас по красоте все сделаем. Так, то было пальмовое бревно, вот это что? Бамбук, нет, не то. Короче, нам нужно сколько? 3, да, по-моему, написано было? Ай, не сюда. Вот сюда. А, одно нужно было. Так, все, камушки остались. Так, давайте камушки так соберем. Вот они, камушки, вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты-то кто? Орнитолестес. Кто? Я таких не знаю. Если я не знаю какого-то динозавра, значит, его не существовало. Что про динозавров мы уже знаем, наверное, все, блин. Мы уже... Все виды простых динозавров видели. Мы все виды модифицированных динозавров видели. Мы все виды тег-динозавров видели. Так что это так. Это не динозавр, это... Зебра. Ребята, зебра. Ой, ёптать. А ты где ты, блин, скотина ты такая? На-на. Хорош. Веревочку взяли. Откуда у динозавра веревка? Хорошо. Пускай будет. Так. Ну что ж, давайте делать. Так, во-первых, у нас топорик мы можем создать. Это хорошо. Нам бы еще кирку надо и копье. В идеале вообще копье. Так, ну какая-то топор-то у нас же есть же, да? Нормально, он сам берет руки, самое главное. То есть мне не нужно выделываться, это хорошо. Вот это надо подобрать. Кстати, да, что тут, подбери-ка. Подбери. Нет, подбери. Нормально. Так. Там вроде как дома, да, можно было строить, если не ошибаюсь. Ну-ка. Я правильно же думаю? Так, да, маленький. А, ну тут уровни нужны. Ну хорошо. Ничего себе тут. Понапичкано, да? РПГ, арк, блин. Хотя арк, наверное, и так почти что РПГ. А может и РПГ. Так. А как мне... грядка, стол.
Ладно, разберемся. Так, камушки нужны. Вот встретиться, наверное, да? Точно. То есть это мы делать умеем сразу. Это хорошо. Зебра! Иди сюда! Блин, ушла зебра. Да, ёшкин ты кот, что ж такое-то? Не хочет... Чем я заполнен? Секундочку. Не хочет с нами зебра сотрудничать. Так, Хорошо, давайте тогда мы, наверное, начнем строить. Возьми-ка это. Домик, наверное, начнем строить какой-нибудь, худо-бедно. Как минимум, мы немножко ресурсов потратим. Так, строй сюда. Сюда. Давай, пока ресурсы есть, нормально. Сейчас я особняк отгрохаем. Все, кончились все ресурсы, нафиг. Не, ну, все лучше. Хотя бы не на голом полу спать будем. Так, камушек собери. Так, это у нас, так понимаю, магазин донатов. Да. Значит, донатить мы... не будем. В данном случае пока что... забрать. Ага. 4 дня еще. Пока что мы донатить не будем. Я в этом смысла совершенно никого не вижу. Если мы просто будем донатить, это, ну, не знаю. Это весь смысл игры пропадает абсолютно. Будем спокойненько играть. Так, вот, я думаю, нам нужно костерок изучить. А, это она самой, да, изучается автоматом? Ой, это хорошо. Так. Давайте сделаем копье. А, кирку нам нужно и копье. Значит, нам нужен бамбук, нам нужны камушки. Ну-ка, бамбук. Чем он заполнен-то? Алло, гараж. Хорошо. Не так. А, давайте мы тогда... Да, ёшкин ты кот. Сейчас я, ребятки, немножко привык к управлению. Нам тогда нужен маленький ящик. Все равно нам нужен бабук, япона мать. Как бы... А, я знаю, что мы сделаем. Сейчас найдем 2 камня. Вот раз. Сделаем кирку, и у нас, соответственно, очень много освободится места. Хорошо. Так, делаем... А, бамбук-то не влезет, да? Черт. Так, хорошо, давайте мы пока, наверное, веревку я могу выкинуть как-то. А он окончательно ее выкидывает или нет? Давайте я лучше вот эту выкину. Да, он удаляет предмет, смотрите-ка. Плохо. Будем знать. Так, хорошо. Бамбук. Бамбук собираем. Так, бамбук. Вот теперь делаем кирку. А, уйди. Делаем кирку. Так, кирка по... А, в смысле? Растительные волокна. Ладно, делаем копье, убедили. Так, нужен бамбук. Растительные волокна. Нифига себе, нафига я их удалил? Ну ладно, это вот она, да? Саженец ананаса. Так, вот сюда возьми-ка вторым оружием, наверное, или что это, я не знаю. Так, что я могу сделать? Я так не могу, да, пока? Нам нужен ящик. Давайте сделаем ящик. Ящик нам реально очень катастрофически просто нужен. Бамбук. Ну все, тут попроще уже. Бамбук мы сейчас наберем. Ягоды. А можно было, наверное, ягоды выкинуть. Так. А, бамбук. Вот бамбук. Собирай. Отлично, 3 бамбук. Да, я про что. Еще 3 бамбук и... Еще 3 бамбук. Хорошо. Так, что мы можем делать? Мы можем делать ящик. В смысле заполнен? И что? А, черт. Так, мне надо эту лошадь завалить. Она мне не нравится. Давайте камень тогда пока выкинем. Камни мы сейчас подберем. Так, хорошо. Делаем ящик. 2. А, ёшкин ты кот. А, как неудобно-то, а? Построить. Как бы тебя переместить-то? Нет, я не сюда. А, вот. Просто тыкать, ага. Хорошо, сюда. Отлично. Так, делаем 2-й ящик сразу же. Построили. Замечательно. Так, инвентарь. Построить. Вот сюда давай. Строим, отлично. Так, теперь нам нужна кирка. Не, нам нужен рюкзак. Все, сейчас давайте рюкзачок сначала сделаем. Так, собирай. Раз. Блин, опекаю, прикольная игрушка. Мне нравится. Никогда бы не подумал. Не, я как бы подозревал, что она прикольная. Ну, кстати говоря. Так. Я ж могу это все сюда поперекидывать. Я же забыл даже про это. Все. Сейчас рюкзачок сделаем. Я вот это вообще хотел собрать. Так-то. Ой! Опять хрень прибежала. А ты что за хрень такая? Что у тебя есть? О! Кожа... Ой, в смысле, отдай.
Кожа, это хорошо. Так, секундочку. А, во! Ну-ка, а какой дамаг у кого больше? Ну-ка, показывай, тут что-то было. Так, один. Да, подожди ты. Так, а вот 10, 6. Ага, 10, 6, 40. Так, а если я так сделаю, сколько будет? Во, не, вот у мачете круто, круче будет. Мачете мне больше нравится. Так, ладно. Это все лирика. Давайте мы, короче, вот это сюда пока перекладем. Хорошо. Так, рюкзачок. Создаем рюкзак. Все, инвентарь. Давай, одевай рюкзак. А, одел уже. Хороший. Вот сюда еще столько же лазить. Вот это замечательно. Вот это мне уже нравится. Это молодец. Так, нам нужны теперь камни. Ой, да много чего надо. Давайте собирать. Так, это мы собираем. Нормально. А, наверное, в другую локацию сейчас гонять будет. Сейчас посмотрим немножечко. Пробежимся тут. Так, камушки собирать. Хотя бы первоочередную вот это вот все сделаем. То, что нам нужно. А, требуется кирка. Так, хорошо. Бамбук. Опять бамбук. Без бамбука это вообще никуда, походу. Ладно. Где бамбук? Вот бамбук. Собирай. Хочется есть и пить. Это из 100? Наверное, да. Так, ягодки. Ну-ка, а если я ягодки соберу? Вон ягоды вижу. Давайте попробуем собрать. Так, ягоды. Применить. Так, ну, чуть-чуть совсем, но хотя бы, чтобы с голоду не помереть, сразу сходу не скопытиться. Так, сойдет. Допустим, кирка, поехали, наконец. Сейчас костерок сделаем, зававахнем сразу. Так, костерок, в принципе, все у нас есть. Камни, бамбук, дерево, камни, бамбук, дерево. Все нормально, сейчас соберем. Так, на, раз. Два. Три. Четыре, нормально, бревно собрали. Так, пальмовое бревно у нас есть. Волокна, так, камни, бамбук нужен. Хорошо, я знаю, что у нас, вот тут еще осталось, что, НЗшное. Я пока, наверное, воду тратить не буду тут, не буду ее брать. Мне кажется, пускай на НЗ у нас останется. Хотя... Хрен того знает. Ладно, посмотрим. Пока у нас не критично. Костер, камушки остались. Все, три камешка. Вот камни вижу. Давайте их сейчас собираем. А где камни-то? А, нам карница. Я же сейчас могу киркой. Ну? А это железо, нет? Надо, короче, его напоить срочно. Ладно, накормить, напоить. Сейчас все сделаем. Так, я, наверное, думаю, костерок-то, наверное, явно не в доме надо делать, или как? Ну, создать-то, конечно, можно в доме. Имеется в виду, расставлять его, наверное, не в доме. Построить. Да, давайте вот тут. Все, построили. Мы молодцы. Мебель, стройка. Так. Так. А вот это поставь сюда, последнее. Так. Так. И... Не хватает. Хорошо, потихонечку начнем строить, ничего страшного. Это все-то на все, бамбук надо. Так, ну-ка, давай-ка взаимодействовать. Материал, топливо. Так, я думаю, топливо. А материал? А я могу вот этого? Как-то вот. Нет, я в смысле не про это. Вот, у нас же, по идее, вот он лежит. Че, неужели не могу? Никак разобрать. Ну же динозавр. Так, ладно, хорошо. Хочется пить. Давайте возьмем такая заначку. Мы пока зебру не завалим. Это все. Так, не надо. Зебру пока не завалим. Где? В смысле? Так, камень возьми. А где? Подожди-ка. Слышь! А чё закидалово-то было? Сейчас чё, помру, да? Так, ладно, быстро за кустами тогда. Вариантов немного, быстренько бежим, берем кусты. Короче, куда-то вообще делось всё. Так, давай, это вообще кидалово. Так, ну-ка давай, пей. Применяем. Нормально, худо-бедно что-то остановилось. Так. У меня там три бутыля было и три гамбургера. Или что-то типа. Так-то это вообще отвратительно. Вообще кидалом попахивает.
Блин, дёбра, когда ж ты, почему вот ты перескакиваешь, я не могу. Так, а это что? Мне кажется, все-таки железная руда должна быть. Да, железная руда. Все-таки, мне кажется, вот это как-то должно, наверное, разбираться, нет? Я, короче, зебру хочу завалить, давайте туда пойдем. А, ящеры и звери могут учуять вас по запаху. Следите за гигиеной, регулярно принимайте душ. Хорошо. А ферма бешеных псов. На ферме, расположенной неподалеку, собрались вооруженные люди. Возможно, их знают что-то ценное показать. Ага. Я сейчас туда, блин, только и суваться. Давай туда не пойдем. Давайте. Это, наверное, опасность, да? А энергия как быстро восстанавливается? Ну, давайте бежать. Чего нет-то? Так, а, ну вот, каждые 5 минут восстанавливается энергия. То есть нормальненько, как раз. По серии в день, о, самое оно. Я просто сейчас смотрю вообще, что к чему. Пока я очень мало смотрел Last Day of the Earth. Эту я смотрел еще меньше. Я общий смысл понимаю, но вот эти тонкости я пока... Ой! Слышь! И на отсюда! Ха! Нихера себе. Засранец, бегай! Так, ну-ка еще раз войти. Я вот сейчас чикпыхать буду быстренько. Бежит, бляха-муха, с копьем, а? Охренеть, может он... А может он просто от динозавра убегал, а не за нами? Вон он, кто-то там есть. Так, давайте, короче, сначала похомячим. Так, а теперь давайте посмотрим, что там. Что там за враг такой? А, да это фигня. На. Все. А, да. Что там у тебя есть? Новый уровень, растительные волокна. Стоп, а с этого что, ничего не упало? Стоп, это же попить это. Или что это? Или это не попить? Почему я попить-то не могу это? Да тихо, на! Сейчас я вас тут устрою. Ну-ка, что там у тебя есть? Кожа. Тоже сойдет. Еще рюкзачок у меня. Так, хорошо. Тут, короче, главное лут не просрать. Я не знаю, кстати, а ко мне могут прибежать или нет? Ну, наверное, могут. Чисто по логике, наверное, ко мне могут прибежать, и меня как бы это... Ай, ё-моё! Чё, нашел? Так, сейчас отобьем сначала. Чё-то тут сумочку нашел какую-то крутую. Сумка. Я знаю, что ты хочешь пить. Я верю, мужик, верю, но нету. Я не знаю, из колодца попей. Ох. Водичка. Кто там? Ай! Так бей, в смысле, вот так, да. Хорош! Чё там у тебя? Попил. Отлично. А тут что? Да подожди ты. А вот тут-то ничего нету? Тут-то ничего нету. Так, а вот тут что-то есть. Веревка. Нормально. Так, что-то мы тут налутали, это хорошо. Так, я вот сюда могу бутылочку водички набрать, типа? Ну, это ж, блин. Блин. Что-то я не понимаю. Ладно. Я думаю, разберемся. Не так страшно, на самом деле. Как она хочет казаться. О, еще один ящик. Что тут есть? Еще водичка есть? Так-то у нас там было 3 бутылки воды. Куда они делись? Я не понял. По-любому зебру сперли. Что тут набрал уже? Давайте мы вот это, короче, выкинем. Камни мы и дома соберем. А вот изоленту мы возьмем. Так, хорош. На, вот еще. Еще пей. Отлично. Так, а еще поесть что-нибудь есть у тебя? Тунец. Хомяч. Да вообще красавчик, малорик. Давайте я соточку сделаем. Нормально. Жить будешь? На. Ой, еще один. Арнителестес. Я не знаю, кто такие. Я первый раз их встречаю, честно. Ладно. Так, и со второго что-то еще упало. Так, я же могу так? Могу. Отлично. Там что-то внизу вообще дофига кого-то. Кто там? Что, побежим? Велоцираптор, нормально! Главное, чтобы он один был. Что там у тебя ценного? Что это? Вот это давайте выкинем. Это я себе собрать успею.
Так. Это фигня. Это фигня, даже и двое. Двое ни о чем. Слабаки, нищеброды. Это так-то лучше, а? Зато смотрите, сколько кожи надыбал. Там, отсюда будет, короче, убежать еще. Ой, нифига себе, смотрите, сколько там внизу. Я, конечно, туда не пойду вниз. Я вот этого сейчас облутаю. Я не знаю, что это такое пока. Вот это облутаю. Ой-ой-ой-ой, тихо. Давай, короче, вот это завалим сначала, а потом будем лутаться. Нормально. Что-то есть. Что это? Ну-ка. Хорош. Вообще нормально. Ой, это у нас было это... Ой, я не знаю, что такое, правда. Но это что-то хорошее, наверное. Что бы оно было плохим-то? Если это на халяву. Тихо. На-на. Что там? Смотрите, сколько... Мы шкуру-то нифига себе налутали, ёшкин кот. Нам бы еще три рюкзачка таких. Кто там? Так. Короче, я тут вообще палец только в путь. Это как бы фигня. Левел. Да, не то, не то. А, блин. Она может сломать? А, так у тебя 40 всего. Чё ты, блин, тут меня пугаешь? Мясо. Вот это выкину. Что это? Выкинь. Возьми. Это жратва же. Сама пришла в гости. На. А, куртку нам подбили. Я думаю, что такое? Нормально, шкурка. Хорош. А ты кто? Слышь? А. Нормально. Собрали. Сейчас надо валить отсюда, я думаю. Пока у нас все на месте, я просто, я так понимаю, что, видимо, места, где у нас хата, ой, вот это плохо, где у нас хата, туда, наверное, вряд ли кто-то зайти может. А вот места, где у нас хаты нету, вот такие вот, скорее всего, нас могут завалить и что-нибудь подрезать. Вот, например, вот часы. Ну вот, на, пожалуйста. А это был Анкила. Прожил 22 часа, воскресни. Так, секундочку, не, ну прожил-то я хорошо, конечно, молодец. А я все потерял, нет? Да уйди ты. Так. Чисто по логике, я, наверное, потерял, но я должен оттуда добежать, пока это не блутали. Я, наверное, прав. А там уже, соответственно, хватит, не хватит энергии и так далее. Так, вот сюда мы ходили, ну-ка. Беги-ка. Ну-ка давай, сейчас посмотрим. Сейчас, ребятки, посмотрим, разберемся, что это, к чему и почему, и с чем это идет. Он на рейс какой-то ходит, смотрите, по дороге. Войти. Интересно, они нас могут поймать? Вот Анкила сейчас был не в тему, а? Что-то он здоровый до хрена был, кстати говоря. Знаете, что там поганое? Походу, ребята, если ты просираешь лут, то это навсегда. И это... Пипец так-то, как обидно. На! Да нормально, чё... По бокам набьём и по почкам, по почкам. Ну-ка, хоть что-то забрать. Чё, просто так, что ли, ходил? Собирай. Так, не, ну так-то, ага. Будем знать, я почему думал, что за лутом можно вернуться. Нет. Ой, хорош. Видимо, всё-таки жизнь типа одна. Просираешь, как бы, твои сугубо проблемы. Будем знать. Нормально! На! Я боксером был! На! Хук слева, хук справа! Хорош! Шкурка! В принципе, саблезубого мы тоже сейчас морду набьем. Давай, саблезуб, кто кому морду набьет! Слышь! Кошка драная! Кто нагадил в углу? На! А другое дело. А черт! Блин, я вот это уже сделаю, все. А это не мой ли трупик? Да нет, еще вряд ли. Мастерство охоты ты изучил. А зачем ты это изучил-то? Лучше труп свой нашел. Короче, так, быстренько. Знаете, что надо? Я неправильно совершенно делаю. Камень, дерево, бамбук. Ага. Так, ладно, давайте, собственно, вернемся тогда на хату. Еще раз сюда сбегаем, у нас энергия есть.
Короче, вот такие вылазки. А чё это за черт был? Чё за гомосятина там за мной в самом начале-то бегала? Ну-ка, давай, побежали. Мне просто реально интересно. Я ж ничего не делал, да ну какой-то гомосек гнался в самом начале. Что я ж с испугу убежал. Войти. Блин, да столько лута просрать, это так-то обидно. Ну кто знал-то? Но я теперь буду знать, что реально сохраняется только вот эта вот, видимо, наша начальная локация и все. Ну это не то маленько. А тут... Вот странно. Тут вроде еда, еще тут что-то было. Да давай вот этого порубим на кусочки, ё-моё. Но все равно мертвый, нам какая разница. Так, хорошо. Ну-ка, использовать мяску. Ускорить. Ага. Не буду ничего ускорять. Что я сделал? Что я сделал? А что я сделал? Я что, примените нажал? Херня. Ладно, у меня бабки вроде не списались. И все-таки надо что-то с этой зеброй делать. Так, давайте, короче, перекинем сначала все. Okay. Худо-бедно, что-то у нас есть. А, все, не влазит, да? Ну-ка, сюда. Так, в смысле, подожди, я вот сюда. Ай, ёшкин кот, я ж не туда перекинул все. Черт. Слева инвентарь. Я по привычке сарку. Сарка. Арк же там в другую сторону все. Так, нам нужен, короче, только копья. Давайте соберем камушек. Вот еще камушек. Собираем. Не, ну так-то прикольно, если они каждый раз по-разному будут. Нифига себе это. Вообще нормально. Да уйди ты. Так. Хорошо. Еще бы вот этой энергии бы не было, было бы шикарно. Да чую, она на мне потом козлить начнет. Эта энергия. А, слушай, подожди, мужик, а может у тебя что-то? На сцене катастрофически не хватает провизии. Ага. Вот хорошо, 20 стейков и... это квест. Хорош, будем знать. Ну-ка. Так, хорошо, что у нас тут? Камни есть. Это круто. Когда есть булыжник, это хорошо. Булыжником можно и промеж глаз запульнуть в лобешник. Только... с динозаврами-то что-то не сильно работает. Нам, короче, кирку надо. У нас, я так понимаю, тут все. Да. У нас тут ничего особо не осталось. Соответственно, нам нужно куда-то вылазку делать. Ладно. Ну что ж, ребята, давайте на этом мы закончим. В следующей серии мы сделаем опять такую коварную вылазку. Посмотрим, что к чему. Что где куда. И будем достраивать нашу, наверное, хату. Будем разбираться. Теперь понятно, что... я вот, кстати, не знаю. Вы мне напишите, пожалуйста, в комментариях. Можно ли спасти свой лут? Или все-таки все, если меня убили, то это окончательно. И как мне вот это вот говно убрать отсюда? Это сейчас разлагаться будет, блин. Тут какие-то тараканы будут жить. Не хочу, чтобы в моем доме такое жило. В общем, как-то так. Ну что ж, ребят, на этом все. Все ссылки будут в описании под видео. Если вам серия понравилась, не забывайте большой палец вверх. Оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем удачи, всем пока.